Ну, выбор нити, ну, я так условно, еще раз повторюсь, я люблю толстые нити для вертикального и горизонтального перемещения лица. И для лучшего армирования кожи можно поставить косички, дабл-скрю, двойной скрутки нитки. Можно мононити 40-60 штук куда-то там, пожалуйста, хуже не будет. Если воспаления нет на лице у пациента, с нитями ничего не будет.